Не вижу я прямого эфира. Сейчас. Рима, мотор дали уже, Римочка, солнышко. Да, если можно. Да, да. Ну что ж, друзья, пока мы собираемся, у нас осенний месяц, сентябрь. Сегодня 2 сентября, и мы с вами продолжаем нашу традиционную встречу по четвергам в 22 Москвы со Светланой Лавровой, которая с радостью готова принять нас в свои объятия и ответить на все наши животрепещущие вопросы, друзья. И у нас есть сразу же, да, давайте поприветствуем Светлану. Светочка, здравствуй. Здравствуйте всем. Привет, привет. Великолепно выглядишь. Что-то есть новенького за эту неделю? Может быть, есть что сказать, Светочка? Да, я готова, наверное, ответить на вопросы. Вопросов очень много появляется. С каждым разом все больше и больше. Очень много вопросов и про деньги, и про, про еду. Очень людей интересует еда, сколько я на сухих днях, сколько я не кушаю, сколько я не пью. Но я бы, наверное, хотела на этот вопрос ответить так, что, ребят, сколько бы я ни кушала и ни пила, это только мой опыт. Я могу вам рассказать состояния, в которые вы можете войти, так как я их прожила. Но если вы будете ориентироваться на мой опыт сухих дней, то вам он вообще ничего не даст, пока вы не начнете практиковать самостоятельно. И это факт. Да, действительно, только через опыт мы можем сами что-либо понять и легче начать практики, чем много лет задавать одни и те же вопросы, друзья. Но тем не менее, Светлана и сегодня готова отвечать, возможно, на те вопросы, которые были в прежних эфирах, наших четверговых эфирах, скажем так. И мы, конечно же, имеем возможность сейчас предоставить слово Тагиру, который уже приготовил свои вопросы. Пожалуйста, Тагир, здравствуй. Да, доброго времени суток. Несколько вопросов есть для Светланы. Они у меня такие парные, как бы в одном вопросе два вопросика таких небольших по теме. Первый, при каких обстоятельствах включается терморегуляция? И второе, на каких принципах это работает? Ну, я могу сказать, что, Тагир, ты сейчас задаешь те вопросы, которые у тебя возникают. Они возникают у тебя лишь потому, что ты находишься не в длительных практиках. Когда ты находишься в длительных практиках, то эти вопросы, они автоматически отметаются, потому что за ненадобностью. Эти медицинские показатели, они, мы должны четко понимать, что медицинские показатели, они дают тот аспект тех людей, которые кушают, которые живут в обычным образом жизни, которые кушают мясо, потому что для них это как минимум гемоглобин, которые пьют молоко и кушают молочку, потому что для них это кальций. И когда мы начинаем переносить те показатели на других людей, у которых иной образ жизни, то он несовместим. Это настолько глупая и обесцененная трата времени, что даже вот смысла нет. То, что мы говорим, что терморегуляция, ну, это само собой понятно, это даже не я вам скажу, это скажет любой учебник, что как только вы облегчаете питание, как только вы минимизируете питание, то ваш организм за счет того, что он начинает внутри
перемалывать все это намного медленнее, он как бы остывает, и получается, что температура вашего тела, она намного, ну не намного, может, она просто ниже, чем у обычного человека. И это нормально, это то же самое, что когда вы машину заводите, если она у вас постоянно работает, она нагревается. Но если вы ее заводите реже, если она у вас не в каких-то перепадах постоянных, то у нее ее температура, она идет стабильно, она ниже, она стабильная. Это то же самое с человеческим организмом происходит. Это нормальное явление. Это не это даже я вам не как медик говорю, а просто это логическое завершение того вопроса, который вы сказали. Но не подходит к людям, которые питаются либо живут по-иному, не подходит средние физические показатели, это априори. Поэтому говорить, что там вот мы питаемся так, поэтому мы лучше, поэтому у нас это, у нас все по-другому, у нас не лучше, не хуже, просто немножечко по-другому. Так, понятно. Второй вопрос тогда. Второй вопрос. А какой процент от учеников, которые проходят ваши курсы, занятия, скажем, они усваивают это с первого раза, со второго, или как это происходит? Если можно, конечно, такую информацию рассказать, вот расскажите об этом, пожалуйста. Это нужно спросить у учеников, сколько информации они усваивают. Потому что я могу дать не объективную оценку, то есть я могу дать то, что мне сказали мои ученики. Это будет то, что они мне сказали, то, что они мне захотели сказать. То, что они это сказали тогда, на тот период, на который они сказали. Если тебя интересует весь период, с того момента, когда начала проводить марафоны, до сегодняшнего момента, это другой показатель. И если мы опять же говорим о статистике, я, ребят, я не математик, давайте я вам объясню так. Что мы все наполняемся информацией, но мы информацией можем наполниться только в том случае, когда мы истинно и от сердца готовы ее полностью до капельки отдать. И если мы ее отдаем до капельки, то мы наполняемся новой информацией, другой, более ценной, и которую нам нужно отдать снова. Как только мы начинаем в себе зажимать какую-то информацию, хотя бы минимальную, в нас скапливается, если говорить образным языком, пробка. И вот эта пробка, она не дает нам познать новой, другой информации. И мое сейчас видение, как я себя вижу, как я себя чувствую, от чего мне комфортно. Мне классно от того, что та информация, которая поступает в меня, которую я осознаю, я ее передаю на своих марафонах своим ребятам. И каждый марафон у меня абсолютно другой. И ребята, которые приходят на марафоны, на по названию, на один и тот же марафон приходят по 2 раза. По 4 раза, некоторые по 6 раз, они приходят только лишь потому, что они понимают, что каждый следующий марафон я даю им другую информацию, не потому что я такая классная, а потому что ко мне постоянно приходит другая информация, потому что ту предыдущую информацию я вам выдала с любовью и от всего сердца. И именно поэтому ко мне пришла другая информация. А как ее восприняли, каждый воспринимает информацию по-своему. Каждого информация потом в течение какого-то времени догоняет. И каждый ее может переосмыслить на каждом своем жизненном пути по-другому. Поэтому этот вопрос, наверное, не совсем корректный. Мы же с вами не математики, мы же с вами не формулы, мы же с вами не яблоки продаем, что вот на этом лотке продаются у нас вот в этот период яблок столько-то, но только с вот этой вот продавщицей. А вот на этом лотке, вот в это время года у нас продается, ну, вот столько-то яблок. Ну, это не то, не про то.
Хорошо, ну ладно, я тогда сейчас, человек хочет там задать вопрос, я тогда сейчас сделаю паузу, у меня еще будут вопросы, я чуть позже подключусь, хорошо. Там давай, хотели кто-то из чата. Да, сейчас у нас Артур, добрый вечер, и есть вопрос. Приветствую всех, вы очень классные все, хотел так отметить параллельно. Вот, мне очень нравится вот эта компания вся, ну, духовная, да, вот, может, с тобой так и... душевно, очень много любви в этой атмосфере. Вот. Но у меня вот закралось такое небольшое сомнение, хотел бы поделиться, возможно, вы просто проясните этот момент для меня, ну и для всех остальных тоже участников. Почему вот среди автономов, среди бритрианцев нет пожилых, очень пожилых людей с возрастом, скажем, от 80 до... ну, скажем, от 100 лет или больше. Неужели это такая новая прорывная технология? Ну, это не новая технология, это... Есть люди и гораздо, гораздо и гораздо старше, чем вы назвали этот возраст. Но просто, понимаешь, если мы говорим действительно о тех моментах, когда человек начинает самопознавать, познавать себя, познавать то пространство, в котором он существует. Когда он начинает истинно познавать, не вот это вот философское философствование, чтобы пофилософствовать на философские темы с философскими людьми, а именно вот это вот познание мира, то на каком-то определенном этапе ему неинтересно доносить какие-то вещи. Потому что если мы говорим о каком-то одном уровне, то мы можем донести. Если мы переходим на другой уровень, то не все могут понять и как бы зачем. Ну, неужели я этот могу... человек вот не понимает? Извиняюсь, что так, ну, перебил немного. Ну, просто это важный момент. Я просто, может быть, ну, будет важно, что сейчас именно вот замечу вот это. Да? Неужели вот эти люди, они не осознают, что... Тем самым, когда они скрываются от общества, они закрывают возможность для остальных видеть, что это реально возможно. Ну, когда, допустим, если бы я видел, что есть люди, которым 150-200 лет, и которые до сих пор живы, хотя бы просто там на видео каком-то, я бы, блин, у меня появилась бы бешеная мотивация. Я бы все сразу бросил, все к чертям собачьим, потому что я бы знал, что я неправильно живу прямо сейчас на 100%. А сейчас я вот в таких сомнениях, понимаете, вот в качели. Ну, во-первых, я тебе отвечу таким, так, что первый момент, чтобы ты увидел, что этому человеку 200-250 лет, ему нужно будет как минимум показать тебе паспорт. Как минимум показать тебе паспорт, не факт, что ты скажешь, что это не фотошоп. Это второй момент. Третий момент. Эти люди со стороны, как сказать, со стороны политики, они очень неудобны. Это полностью рушит всю экономику страны. Поэтому им никто не даст вылезти на всеуслышание, что они могут, вот столько лет они живут, и они могут вот не питаться, не кушать. Это неудобно, это политический вопрос. Это второе, это какое же третье, да? Вот. И если они будут... Тут, понимаешь, тут же нет остановки. Когда ты начинаешь развиваться, когда ты начинаешь осознавать, к тебе приходят другие моменты. И даже на сегодняшний день я только на начальной стадии развития. Но некоторые вещи я рассказать на общей публике не могу, потому что если я их расскажу, мне скажут, ну, насмотрелась фильмов, дурная какая-то, этого не существует. И это у меня только начальная стадия. А те люди, которые в этом процессе уже некоторое время, более длительное, да, насчет этого, да, вы правы, да, с этим я согласен. То, что есть определенный порог принятия информации человеком, и неподготовленный человек не способен принять там на 2-3
порядка дальше информацию, чем он сейчас. Он готов только следующий уровень поднять, максимум. И то не всегда, в зависимости от своих там подготовленных сил. Ладно, спасибо большое. Ответили, скорее всего, на этот вопрос. Сложилось мнение такое. Спасибо, благодарю. И я могу немного добавить, как то, что мне видится. Как только каждый человек переходит на тот уровень, который уже в данный момент остается позади, ну, например, начинаем мы практиковать конкретно. Я думаю, что Светлана уже встречает таких людей, потому что как только мы уже имеем опыт и понимание, мы узнавание тех людей, эти люди попадаются, потому что у моих друзей, которые уже практикуют давно, у них есть опыт встречи с такими людьми. Понимаете, как только мы становимся видимыми и видим тех, которые как мы, вы понимаете, мы становимся... Вот, и так, как только мы вибрируем на тех же вибрациях, да, вот такое масло масляное, как только мы становимся на тех же вибрациях со своими, мы узнаем друг друга, как и здесь. Как только, если мы идем глубже и глубже, я уверена, что каждый раз на этом пути, на том уровне, мы будем встречать себе подобных. Поэтому таких людей достаточно много, и действительно, Света верно сказала, это тоже со мной мне откликается, что нет смысла, потому что таких людей преследуют. Они действительно неугодны обществу, поэтому здесь нужно поосторожнее. Ну что ж, кто еще, друзья? Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, включайтесь, пока у нас нету в YouTube-канале нет вопросов. И мы ждем здесь. Включайтесь, пожалуйста. Добрый вечер всем остальным участникам нашего эфира. Ну, если пауза есть, я продолжу, да, еще у меня пару вопросов есть. Давай. Да-да. Так, некоторые люди пользуются, может быть, автономы пользуются, или из вашего опыта есть ли те, которые пользуются катушками Мишина, и есть ли опыт личного пользования вас, Светлана? Не поняла вопрос. Есть ли опыт по поводу чего? Катушки? Катушек Мишина. Да, пользовались ли вы когда-то и пользуется ли кто-то из автономов, если у вас, скажем, эта информация, нужно ли это кто-то применяет, либо нет, либо, может, вы пользовались когда-то в своей жизни? Ну, я не пользовалась, то других я сказать не могу. Я могу только за себя отвечать, я не пользовалась. И второй вопрос? И второй вопрос. По воде вы как контактируете с водой? И если длительные нахождения времени в воде, то это сколько? Я пользуюсь водой как самый обычный человек. Я не понимаю, когда говорят, что я не моюсь в душе, потому что я не загрязняюсь. Одно дело, когда твой организм уже не выводит какой-то неприятный запах, а другое дело, когда у тебя тело просто элементарно загрязняется, потому что ты в этой среде находишься. Я очень люблю спорт и люблю спорт, который на свежем воздухе. У меня бывает такое, что я заезжаю куда-то на велосипеде в такое место, что я домой приезжаю, например, по колено в грязи, потому что мне нужно нести на себе велосипед. То есть я езжу в такие места, которые, ну, не всегда это трасса, да. И если я приеду по колено в грязи, то это естественно будет, что я буду стирать свои вещи и буду как минимум под душем сама стоять. И мне кажется, это естественный процесс. Даже если я буду ехать по трассе, это пыль, это выхлопные газы, это мошкара, которая летит. Но это наша жизнь, это наша природа, это наша
субстанция, в которой мы живем. И люди, которые говорят, что я не моюсь, не мою голову, не моюсь сама, ну, возможно, такие есть, я не такая. Я люблю душ. Все, что касается, сколько времени я провожу в воде, я не засекала. То есть, если я после тренировки приехала, я схожу в душ с удовольствием, схожу в душ, мою с себя пыль вот эту вот, и дальше иду заниматься делами. Если мы говорим о природных источниках, то я с удовольствием купаюсь. То есть, когда лето и жара, то я с детьми хожу на пляж, и купаемся мы столько, сколько нам захочется, не по времени, без отслеживания времени. Но купаюсь я круглосуточно, мне не важно, это лето либо зима. То есть я в своих сторис в Инстаграме тоже так же периодически выкладываю, что и зимой, и когда снег, я точно так же купаюсь в природных источниках. Мне это доставляет огромное удовольствие. В природных источниках, в холодной воде тело себя ведет по-иному, по-другому, оно собирается. Это идет переключение вашего сознания, осознания и физического процесса. И мне кажется, что это очень полезно, ну, как минимум для физики. Хотя и для психики, конечно, это тоже очень полезно. Поэтому в природных источниках, неважно, это лето или зима, я точно так же купаюсь. Причем это может быть и Урал, когда это в проруби, я и в проруби купаюсь. Для меня это наслаждение. Тагир, ответила? Да, ответили. Только я хотел уточнить такой момент, что есть и такой опыт нахождения просто в воде, вот в ледяной. Вот некоторые люди рассказывают такую информацию, что они находятся 30 минут, час в ледяной воде. Вот я имею в виду, вот такой есть опыт и такое, такая тяга вашего тела, вашему опыту. Ну, я могу сказать, что мы вообще живем, мы все делаем для того, чтобы жить в кайф. Если мы начинаем отслеживать, отсчитывать сухие дни, отслеживать, сколько мы в ледяной воде, сколько мы на солнце, сколько мы километров прошли, сколько мы по времени часов проехали на велосипеде, сколько мы дней в неделю отзанимались с железом, то, ребят, это получается, что мы просто ходячий ежедневник. Начинайте жить в кайф. Если мне по кайфу поехать зимой и окунуться в проруби, если я хочу просто окунуться, то я поеду и окунусь в проруби. Если мне по кайфу, вот в этом году, например, мы приезжали зимой на водоемы, и у меня ребята просто там своими делами занимались, а я купалась, я просто плавала, да, была зима. Люди среднестатистические, они не купаются, понятно. Я купалась, с удовольствием плавала. Сколько это было по времени, я не могу сказать. Если мы говорим о каком-то закаливании, либо о каких-то других процессах, я не закаливаюсь, я просто люблю холодную воду. Я теплой водой не пользуюсь вообще очень давно. У меня нет, я не мою после детей посуду теплой водой. Я не мою теплой водой полы, я не принимаю теплый душ, я не лежу в теплой ванне. В моей жизни на сегодняшний день, конкретно в моей, присутствует только холодная вода. Понятно, все, на мои вопросы вы ответили в полном объеме, благодарю. Все, спасибо. Светочка, мы продолжаем. И если у нас пока здесь нет желающих, то вопрос из YouTube-чата. Света, посоветуйте какие-то умные книги. Пожалуйста. Умные книги. Ребят, смотрите, умные книги. Я уже, наверное, говорила, что я вообще очень люблю учиться, я люблю обучаться. И я на сегодняшний день тоже учусь в университете, но книги я
на сегодняшний день попсовые книги не читаю. Попсовые, я имею в виду, не в том, что они плохие, ни в коем случае, а те, которые в открытом доступе. Я читаю книги, которые можно заказать только через университет, они в закрытом доступе. Это те книги, которые касаются немного другой информации, немного иной, над которой нужно чуть больше задуматься, и для меня это по кайфу чуть больше задуматься, потому что я уже говорила, что я люблю квантовую физику, я люблю эмпирическую физику. Это то, что немножечко объясняет те процессы, которые происходят со мной. Поэтому посоветовать вам я не могу. Я уже давно не читаю вот те книги, которые есть вот так вот в открытом доступе. Я их давно не читаю. А вообще мне очень нравится, работы Лакана. Мне очень нравятся работы Фрейда. Как бы, конечно, его не критиковали, но, наверное, его критикуют, потому что видя только поверхностную часть его работ, а все, что находится немножечко глубже, то это, наверное, нужно по-другому немножечко осмыслить. И вот Лакан, мне кажется, он более такой глубокий. Мне действительно нравится, я заканчивала курсы Лакана, и попробуйте, может быть, вам тоже зайдет. А вот здесь Максим пишет Капралов, что хорошая книга. И пишет тот же человек, другой человек пишет, тут трудно прочитать, потому что это не имя, а пишет, Макс Космос посоветовал Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Вот. Ну, понятно, что Макс посоветовал. Ну, не могу сказать, возможно... Возможно, и я тоже почитаю, но не факт. Хорошо. Так, ну что ж, если есть вопросы у наших друзей, которые в Zoom-чате, то пожалуйста. Друзья, включайтесь. Или, Светлана, у тебя есть вопросы, я так понимаю, да? Есть вопросы, которые были в пути. Так. Пожалуйста. Вот один из вопросов. Чтобы желание исполнилось, советуют визуализировать объект желания, а не денежный эквивалент. Так ли это? Как это происходит у вас? А чтобы желание исполнилось, здесь дело даже не в визуализации. Визуализация – это, ну, я бы сказала, что это вообще ни про что визуализация. Потому что когда мы хотим какое-то желание, мы уже изначально это визуализируем, но к нам оно, в принципе, не приходит. И это, конечно же, не про деньги. Но если мы говорим об исполнении желания, то это, конечно же, о том, чтобы... В первую очередь мы должны понимать, что это истинно наше желание, это не навязанное нам обществом, социумом, нашими близкими, нашими родными, нашими какими-то своими стереотипами, жизненными принципами. То есть очень-очень много всего. И чтобы мы понимали, что это желание именно наше, и когда мы поймем, что это даже не техника, это такой процесс для того, чтобы понять, какое это желание. И когда мы прорабатываем это желание, полностью прорабатываем, что мы хотим, как мы хотим, это сейчас у меня будет скоро марафон по исполнению желания, и мы там как раз с ребятами будем прорабатывать этот марафон. Смотрите отзывы в сторис, если захотите, потом присоединитесь, если кто-то еще не присоединился. И там мы будем прорабатывать, что такое желание, как сделать так, чтобы понять, твое это желание или нет. Если ты понимаешь, что это твое желание, то как его запустить и как получить результат. Но это все, что касаемо желания, это, конечно, не про визуализацию и, конечно же, не про деньги. Это абсолютно другой аспект, он немножечко глубже, но в то же время проще.
если есть вопросы, то задавайте, если нет вопросов, то я бы еще хотела ответить на вопрос по сыроедению. Да, продолжаем. Продолжаем, Светлана. Угу. Да, у меня был небольшой эфир в школе, на канале «Школе автономии» про сыроедение. И очень много людей, насколько я поняла, что много очень людей, которые захотели зайти на сыроедение, и по каким-либо причинам, у всех разные причины, были постоянные срывы сыроедения, но тем не менее они начали практиковать сухие дни. И после сухих дней еще попытались многие выйти на депривацию. И постоянные срывы, откаты, какие-то непонимания, недопонимания самого себя. И я просто по своему опыту хочу, ребят, вам сказать, что если мы какую-то ступенечку пропускаем, то мы должны, не обязательно мы должны ее наверстать и вернуться туда, но мы должны четко понимать, почему мы ее пропустили, что в нашем сознании, что в нашем восприятии дало нам то ощущение и тот порыв, чтобы мы прошли этот этап, не прожив его, для чего нам это нужно, и нам нужно обязательно каждый этап этот принять и воспринять, как он проходит именно в нашем восприятии, чтобы у нас не было этих откатов. Но это не говорит ни в коем случае, что если мы находимся на сухих днях, и если мы после сухих дней, например, едим какую-то очень легкую веганскую кухню, что нам нужно обязательно вернуться на сыроедение, либо на фруктоедение, либо на сукопитие. Нет, это не обязательно. Но каждый этап, если нас задевает именно тот момент, что мы себе задаем вопрос, почему мы не проработали тот или иной этап, то мы обязательно и должны его проработать. Не просто так к нам приходят те мысли, которые нас рано или поздно начинают в какой-то мере тревожить. Наверное, так бы я ответила на этот вопрос, когда задают, нужно ли возвращаться назад, если идут срывы. Не обязательно. Нужно просто проработать этот аспект. Римочка, если есть вопросы, то... Да, могу немножко разбавить. Галина пишет в чате, что она с удовольствием обливается холодной водой, но чтобы облиться, как-то интересно, сначала написала, что с удовольствием, а потом говорит, чтобы облиться, приходится себя преодолевать, так как тело мерзнет. Нужно ли себя преодолевать? Вот такой вопрос. А зачем? А зачем вы обливаетесь холодной водой? Обливаетесь, потому что так надо? Так надо для кого? Вы конкретно хотите какой эффект от этого получить? Если вы от этого не получаете удовольствие, тогда для чего вам это? Если вы от этого получаете удовольствие, то тогда какие у вас бывают сомнения? По поводу чего у вас сомнения? Начинайте задавать себе вопросы. Чем больше вы начнете разговаривать сами с собой, тем больше ответов на ваши вопросы вы получите. Потому что делать то, что вам не нравится, и потом искусственно ощущать какой-то прилив сил, то это неправильно. Если бы вы действительно и истинно ощущали прилив сил, то в следующий раз вы бы с удовольствием шли на это обливание, поверьте. Это временный эффект, от которого вы все равно уйдете. Поэтому стоит ли так напрягать свое тело? Да, благодарю, благодарим. Хороший ответ, на самом деле так и есть. И теперь можно уже задавать вопросы участникам, либо Светлана продолжит. Можно я небольшой тоже такой вопросик вставлю? Прекрасно, давай. Вот мне кажется, в нас живет, в каждом из нас живет два противоборствующих таких существа. Одно с остальным характером, которое вообще у него могущественное поле, и его решения не подлежат никакому, никто не может оспорить, и оно, в общем,
может принимать такие железные решения, которые вообще в любом случае это тело выполнит. А второе существо, такое несерьезное, можно сказать, которое любит очень сильно удовольствие и готово поддаться любому ветру, дуновению любого ветра. Вот. И у меня сложилось такое чувство, что у некоторых людей и очень многих одно существо сменяет другое в разные периоды времени. И при этом первое о втором помнит всегда, а второе о первом забывает. Вот. Вопрос такой, как выйти из состояния, максимально быстро выйти из состояния, когда тобой в тебе вот это второе ожило существо, которое стремится к удовольствиям, скажем, и несмотря ни на что, ему не кажется эта жизнь серьезной, оно как пьяное дитя себя ведет, там подросток какой-то, смотрит на эту жизнь через розовые очки. Просто бывают такие состояния, реально. Я не знаю, с чем это связано. Вот, это очень глубокий такой, мне кажется, вопрос, момент. Артур, на самом деле ты задал вопрос про себя. Ты никак не можешь следить других людей, что в других людях живет. Ты именно проследил в себе, и в тебе живет не два человека, в тебе живет один Артур, которого ты знаешь, но есть те моменты, которые ты не хочешь по каким-то причинам в себе принимать. Но ты хочешь быть достаточно жестким. Для чего тебе это нужно? Какие моменты ты хочешь переломить сам в себе? Не то, что жестким. Тут другой момент. Я сказал, что с остальным характером. То есть остальной характер – это когда ты вот решил, взял курс, как Титаник, да, и плывешь напролом. То есть здесь нет никакой жесткости, это просто ты махина и плывешь. Вот. А второе, как стрелка компаса, второе существо. То есть оно может в любую секунду передумать. Вообще в нашей жизни нет ничего постоянного. То есть мы в любом случае все у нас, все меняется. И если мы говорим, что это здорово, наверное, в каком-то восприятии, что если ты чего-то задумал, то ты к этому и пойдешь, то ты к этому пойдешь, и ты, это удобно. Ты знаешь, к чему ты идешь. И это совсем неудобно, когда ты идешь, а потом ты раз такой: о, подожди-ка, сейчас еще сюда заверну, здесь я ни разу не был, посмотрю. И ты думаешь, столько времени прошли, столько сил потеряно, и ты опять куда-то сворачиваешь. Зачем тебе это, чтобы что? Но отпусти ситуацию, это жизнь. Научись не получать удовольствие от конечной точки, в которую ты никогда не придешь. У нас нет конечной точки, мы до нее никогда не доберемся. Чем дольше мы будем идти к этой конечной точке, тем больше она будет отодвигаться от нас. Как только ты научишься получать удовольствие от самого процесса, от самого пути, куда ты идешь, только в этом случае ты будешь понимать, что твой путь, он идеальный для тебя, только для тебя. Не бывает завтра. Ребят, вы поймите, завтра не существует. Как только мы откладываем какое-либо дело, либо какое-то, что-либо мы откладываем на завтра, это говорит о том, что мы не готовы к этому процессу. Потому что подсознательно мы знаем, что мы откладываем это туда, где не существует, завтра не существует. Как бы вы ни хотели, чтобы сделать на завтра, как только вы просыпаетесь, и снова сегодня. И поэтому, если вы научитесь ловить вот это вот ощущение радости, ощущение легкости и ощущение свободы, и ощущение себя на вашем пути,
когда вы научитесь быть в этом состоянии прямо здесь, сейчас, и получать от этого просто удовольствие. Просто я промок под дождем, и это кайф. Потому что меня дождь намочил, я побыл под этим дождем, я познал, что такое. Мне дано это тело, чтобы узнать холод. Мне дано это тело, чтобы узнать, как по мне стекают эти капли воды. Мне у меня такое состояние было, кстати, недавно. Да, это я классно. Я промок под дождем, это было просто приятно очень такое. Как только мы научимся находить кайф в любом процессе, в том, в котором мы находимся сейчас, вообще не важно, куда мы идем, мы все равно придем туда, куда нам надо. Как только мы себе ставим цель, это все, это сразу же безвыигрышная ситуация. Как только мы себе ставим цель, это значит, что мы себя обрекаем уже на какое-то... Ну, на горе, наверное, это громко сказано, но на какую-то усталость, как минимум, потому что мы понимаем, что надо идти, надо дойти, надо туда, туда. Вы уже там, где вам нужно быть. Все, успокойтесь, наслаждайтесь. Вы все равно будете, вы всегда, каждый момент будете там, где вам нужно быть. Просто примите это и наслаждайтесь. Благодарю. Спасибо. Вдохновение. Ну, я прояснил для себя, что хотел. Потому что я понял, что первое должно сдаться, второе должно из-за того, что первое сдалось, сдобриться и принять кое-какие моменты и стать менее компульсивным. Да, принять. Это первостепенно принять себя. Ну, даже такое удовольствие принять себя, безусловно. Mm-hmm. Потому что другого такого, как ты, не существует. Как только ты принимаешь себя, весь мир принимает тебя, потому что ты и есть весь мир, который вокруг тебя. Mm-hmm. Мир в тебе, а ты в этом мире. То есть вы настолько объединены, вы единое целое, это и есть. Да. Mm-hmm. Yeah. Спасибо, благодарю. Ну что ж, Светочка, ждем твои вопросы, потому что в чате я не увидела именно вопросов, а пока только какие-то, знаешь, допросы. Читали ли вы Карлоса Кастаньеду? И так далее, и тому подобное. Я отвечаю, что давайте по практике вопросы все-таки. Mm-hmm. Вот тут еще такой вопрос. Думаю, что энергия – это река, она просто течет. Можно поставить в реку колесо, и будет вырабатываться энергия. Но откачки энергии реки не происходит. Реке пофиг на это колесо. А значит, энергию откачать с кого-то невозможно. Вы согласны? Да, энергию с кого-то откачать невозможно, потому что мы и есть энергия. С нас. Нас откачать невозможно. С меня. Меня откачать невозможно. Мы и есть эта энергия. Мы есть все эта энергия. Поэтому, конечно, невозможно. Да, классно, логично и заходит. Еще вопросы, Светочка, да? А я просто тоже в чате смотрю в этом... Да, в Ютубе, да, читаешь? Да. Ага, ну хорошо, зачитывай. Вот тут тоже. Депривация сна должна быть принудительной или она должна приходить сама? Ну... Наверное, на первых этапах это должно как-то быть немножечко комбинировано, смотря что вы хотите от депривации сна. Мы должны четко понимать, что сухие дни ради сухих дней, они невозможны. Депривация ради депривации, она невозможна. И когда мне люди спрашивают, а сколько вы... Ну, вот у нас был эфир, да, и мне вот Римочка как раз задавала этот вопрос, сколько ты занимаешься спортом, сколько ты ходишь. Я могу ответить на этот вопрос, что если вы проводите сухие дни ради сухих дней
и вы начинаете ходить там по 20 километров в день, по 30, по 40 километров в день, чтобы что? Чтобы просто не кушать, тогда смысл какой в этом не кушании, если у вас весь день тогда занят другим. То есть метаться из одного ограничения в другое ограничение, тоже не понимаю, для чего тогда это все. Это если вы не ловите ощущение кайфа от того, чтобы быть просто с самим собой, то зачем тогда это все? Потому что самый ценный человек для вас во всей этой вселенной – это вы сами. И если вы сами не научились сами с собой взаимодействовать, то это все настолько бесполезно. Сколько бы километров вы ни прошли, вы все равно рано или поздно остановитесь. И если вы не узнали себя и не научились взаимодействовать с собой, то рано или поздно вы начнете есть. Вы остановитесь и начнете есть. Вы потеряете своего партнера, с которым вы ходили, партнера, и вы начнете есть, потому что вы себя не знаете, вы себя не любите, вы себя не цените, вам с самим собой неинтересно. И это все просто оттяжка времени. Это мое восприятие, как я это принимаю. Поэтому, если мы говорим о сухих днях, то это должно быть удовольствие. Вы должны понимать, для чего вам это. То есть я уже не раз говорила, что сухие дни – жить без еды, жить без воды, жить без сна, жить без вдыхания воздуха кислородом. Это все наше естественное состояние. Мы все изначально сформировались в утробе матери, мы сформировались без сна, без еды, без жидкости. И мы даже не дышали. Мы во внутриутробном состоянии, у нас легкие были свернуты. Мы поглощали кислород через жидкость внутриутробную кожей, не легкими. Поэтому, когда мы говорим, что депривация сна, насколько она нужна и насколько она актуальна естественным путем или нет, то я вам скажу так, что жить без еды и без воды – это первая ступенька. Только вы научаетесь максимально это делать, я не говорю, что прямо вы должны вот просто бросить есть и бросить пить, и только после этого начать депривировать. Нет, это какой-то этап. Это сколько-то времени, для каждого оно свое. Для кого-то депривация сна – это 2 дня, для кого-то депривация сна – это 5 дней, для кого-то 10, 18, 60. Но депривация сна – это такой аспект, что когда вы минимизируете еду, только в этом случае вы можете пойти на депривацию. Я других состояний не знаю, я говорю только про свой опыт. И когда мы говорим о депривации, то, конечно же, на первых этапах, когда мы убираем еду и жидкость, у нас естественным образом отваливается сон, то есть мы хотим спать намного меньше. Но бывают такие моменты, когда у нас внутренняя перестройка организма идет и нас просто выключает даже стоя. Бывают и такие моменты, их тоже нужно учитывать. И в эти моменты, если мы будем себя ломать и выходить на жизнь без сна, то я считаю, что это как минимум глупо, потому что вам ваш организм маякует, что так делать нельзя, а вы в разрез ему начинаете делать то, что он вас просто умоляет, что не надо, дай мне вот отдохнуть, я внутренний процесс твой перестраиваю. Это нужно чувствовать, это должна быть тонкая грань, это должна быть ваше ощущение и восприятие вашего организма полностью. Вы должны доверяться своему организму, и только после этого он доверится вам, не наоборот. И когда вы научаетесь доверять своему организму, когда вы научаетесь минимизировать этот сон, когда он у вас минимизируется естественным путем, и плюс вы включаете легкую-легкую силу воли. То есть если вы, например, спите 7 часов, то начните спать 6 часов. И посмотрите, как вы себя начнете чувствовать.
Либо другой еще есть вариант. Если вы спите 7 часов, вы начинаете спать 4 часа, и в течение дня вы начинаете спать там по 15-20 минут. Это второй вариант. Но есть еще третий вариант, чтобы вы поняли, чтобы вы ощутили, какие можно собрать плюшки на днях без сна, вы тогда себе четко составляете план. Здесь уже четко, потому что без сна это такое, если вы будете за рулем, то это очень опасно. Поэтому вам нужно будет в любом случае выбрать период, когда вы не будете ехать за рулем, например, вы решили 4 дня продепривировать сон. Выберите тот момент, когда вы будете понимать, что вам не нужно будет в эти дни ехать за рулем. Когда вы будете понимать, что в эти дни вам не нужна будет та концентрация, к которой вы привыкли, потому что она будет иной. Она может быть сильнее, может быть слабее. Неважно, какой она будет иной, потому что вы входите в иное, в другое состояние. И в этом состоянии, в эти дни, тогда вы уже можете поставить эксперимент, но лучше, конечно же, чтобы с вами был какой-то ваш путеводитель, который уже эти все стадии прошел, чтобы он вам подсказал, что с вами происходит. Потому что если вы будете в депривации, как слепой котенок, метаться и не понимать, что происходит с вашим телом, вы эту депривацию сна можете делать из месяца в месяц, из года в год. И вы не получите тот эффект, который вы могли бы получить первые месяцы, первые дни, первые недели этой депривации, потому что вы не будете понимать, что с вашим организмом происходит, и вы не будете понимать, что может произойти с вашим организмом. Когда вы не понимаете, к чему вы стремитесь, то чтобы это осознать, это очень длительное время проходит. Я на себе знаю. Я тренировала депривацию 3 года. Только через 3 года, наверное, я вообще поняла, что это такое. Ну, не у всех есть такая сила воли. И зачем, если есть люди, которые вам могут подсказать? Поэтому есть люди, которые проводят такие учения, и если они вам резонируют как спикеры, идите, учитесь и получайте те плюшки уже сейчас. Не надо ждать это годами или месяцами. Но это мне так кажется. Я бы, например, так сделала, если бы у меня на тот момент была такая возможность, если бы у меня на тот момент был такой учитель, к которому бы я могла обратиться, и он бы мне подсказал, что, и где и как. Это было бы для меня, это было бы здорово. Но для вас, может быть, будет по-другому. И это не хорошо, не плохо, это ваш путь. Угу. На самом деле хорошо, когда уже есть путеводитель, и на самом деле хорошо сэкономить время и какие-то там действительно мытарства, как слепых котят, если уже есть человек, который изобрел этот велосипед, и зачем же тогда на самом деле 3 года, например, если ты к этому шла, но это действительно большой срок, и я действительно понимаю, что мне лично лучше обратиться, Светочка, чтобы на самом деле была уже помощь человека с опытом. Хорошо, хорошо. Я хотела бы уточниться, как у нас по таймингу будет сегодня, потому что мы уже час вещаем. Светлана, как у тебя со временем? И мы будем давайте еще минуток вопроса. 10, и у меня просто сейчас же учебный год начался. Вот, хорошо. Поэтому я все время говорю, еще минуточек 10, и на следующей неделе прекрасно. С удовольствием. Прекрасно, тем более, чтобы да, вопросы шли у нас чередой, а не так, что мы там будем ждать и все. Есть вопросы в чате еще, я могу зачитать. Вот от Витории есть. Была несколько месяцев на сыроедении. После поела веганские сосиски, и теперь напал такой жор, который не могу остановить уже 2 недели. Как будто бы собой не управляю. Не понимаю, что делать. Знакомая ситуация. Ну, смотрите, каждый наш зажор, это же мы хотим на самом деле не еду поесть, мы же хотим не желудок наполнить, мы же не идем камушки кушать, да, чтобы у нас была вот эта вот, как нам некоторые говорят, я люблю кушать, потому что у меня приятная тяжесть в желудке. Ну, как бы ты же камушки не кушаешь, от них очень приятная тяжесть будет, да? Но когда мы говорим, что мы вот поели этого вкуса, то есть
смотри, вот ты говоришь о, Виктория говорит о сосисках, да? То есть ей же захотелось не длинненьких розовых палочек, а ей захотелось именно вот эти вот сосиски, потому что они были связаны в какой-то период ее жизни с какой-то эмоцией. И именно теперь тебе не хватает эту эмоцию, и ты хочешь через эту сосиску получить эту эмоцию, вернуть. Отследи, почему ты захотела именно сосиску, почему ты захотела именно, это же как заменитель мяса, да? Ну, грубо говоря, почему ты захотела этого мяса? Что у тебя связано с этим кусочком мяса, с этой сосиской? Какая эмоция у тебя связана где-то там? Отследи ее, проработай, и тогда у тебя вот эти вот зажоры с заменителями мяса, они отвалятся. Это если в двух словах. Прекрасно, прекрасно. На самом деле это привязка из прошлого, поэтому здесь нужно найти причину, и дальше уже следствие само собой решается. Спасибо огромное. Есть хороший вопрос, я тоже вот с удовольствием бы присоединилась к нему. Простой и очень актуальный. Здравствуйте, чем мыть волосы, если химия во всем? Ну и учитывая, что, Светочка, у тебя красивые волосы, тоже интересно знать. Ну, ребят, на самом деле я мою голову обычными шампунями, но я стараюсь их покупать, единственное, что я стараюсь их покупать в здоровых магазинах, чтобы там не было вот этих вот концентратов, которые прямо явно выявлены. А так, вот просто обычными шампунями и обычными кондиционерами и сверху еще маслами, которые после мытья, потому что... Все кудрявые волосы, они пористые, и мне нужно обязательно их маслом смазывать. Ну, а так, чтобы прям совсем-совсем чем-то каким-то природным свойством, как природным способом, я уже, наверное, говорила на этот вопрос, это не мое, мне очень лень. То есть у меня есть дома мыльный орех, мне рекомендовали содой, горчицей, там еще много-много-много-много способов, которыми я мыльным орехом пробовала, у меня не промывается. А содой или там горчицей, чем-то из них я пробовала, это, ну, тоже немножечко не мое. Поэтому мне нужно, может быть, я до этого потом дойду, но на сегодняшний день мне важно, чтобы это было быстро и чтобы это было максимально эффективно. Я голову, на самом деле, редко очень мою, может быть, раз в неделю, может быть, раз в две недели, вот так вот. То есть у меня нет, что я ее постоянно мою, хотя занимаюсь спортом, но вот как бы вот голову не часто мою. Поэтому нет у меня таких вот пристрастий, что вот я только вот таким шампунем или я сама делаю. Наверное, я приду к тому, что я буду покупать у каких-то ребят те шампуни, которые с ручной работы, которые делают самостоятельно. Но пока я к этому не пришла, потому что все, что я пробовала, мою голову они не промывают. Поэтому вот как-то вот ближе к обычным, к стандартным. Мне кажется, просто берешь на литр воды ложку столовую лимонной кислоты, вода, чтобы была тепленькая, такая 40 градусов, и выливаешь на голову все, достаточно этого. Ну, возможно, если бы у меня были не такие волосы, ты не представляешь, если я помою не тем шампунем, который мне хоть немножко сгладит, то у меня будет просто вот так вот все стоять. Это будет такой большой одуван, лев, либо еще как можно хоть как назвать, но это будет очень много. У меня будет одна голова. Это солнце, Свет, так можно назвать. У меня вопросик такой, Светлана. Есть ли такое у автономов, или как вы это видите, как вы ответите на этот вопрос, что такое чувство или качество, если в паре, ну, не в паре человек, да, то если он встречает
человека любимого, любящего, да, по своей жизни, то он это видит и говорит: о, ты предназначена для меня. Есть ли такое качество в автономах? Ну, вообще человек, пара, они притягиваются друг к другу на каждом своем этапе. Если кто-то из пары меняется, куда-то растет, то если другой человек, вторая половина, так скажем, да, не подтягивается за ним, то они расходятся, это неизбежно. То есть один другого тянуть вечно не может. Это, ну, невозможно, это неудобно, это неприятно, это в результате ты устаешь от этого. И бывает такое, что на каждом своем жизненном этапе ты встречаешь того человека, который нужен тебе именно на этом этапе. Не всегда бывает, это, наверное, редко бывает такое, что встретил человека, и он у тебя на всю жизнь. Это, наверное, здорово, но я таких людей, правда, не встречала. Есть люди, которые живут всю жизнь друг с другом, но живут так, как, например, я бы не хотела жить так, да? И поэтому здесь ничего такого нет, и если люди любят друг друга, они, наверное, должны друг за другом идти, рука об руку, и идти к одним целям. Но если это желание, эта возможность и это действие отпадает, то, мне кажется, они неизбежно, у них пути разойдутся. Ну, это вот мое мнение такое. Да, благодарю, все здорово, благодарю за ответ. Но у нас еще успевается один вопросик побыстрее. Пишет у нас Сергей: Светочка, у меня на 4-е сутки сухих происходит депривация сна. Засыпаю под утро, а просыпаюсь от судорог ног. Дают совет спать сидя. Что скажете? Благодарю. Ребят, вообще мы должны понимать, что в нашем организме, в нашем теле заложены все аспекты, которые помогают нам в любой ситуации. Мы их должны только прочувствовать. И что касается конкретно ног, у меня тоже это была такая проблема, что у меня очень сильно крутило ноги. И вообще, в принципе, боли были у меня и в костях, и в мышцах, и в сухожилиях. Смотрите, у нас на теле есть две кнопочки, которые... Каждое мгновение нашей жизни подстраивается под нас. Это наши пяточки, под наш вес, под нашу конституцию, под наш климат. То есть у кого-то мягкий, у кого-то грубее. Это он подстраивается под наш климат. И вот эти вот пяточки – это наши кнопочки, наша вибрация. Как только это вообще рекомендовано, я бы рекомендовала это делать вообще всем, в любом состоянии, не только на сухих днях. Начинайте ходить на пяточках хотя бы от 2 минуточек и несколько раз в день. Что это дает? Пяточки, они, мы сами знаем, что они преобладают таким амортизационным каким-то вот механизмом. Да? Ну, как бы пяточки там много, вы сами понимаете, как ходить на пяточках. И когда мы ходим на наших пяточках, у нас идет естественная вибрация по всему телу. И в этот момент у нас все наши органы встают на свои места, на которых они должны быть. И именно если мы будем ходить на пяточках несколько раз в день, по несколько минуточек, если мы это себе возьмем за правило, то все боли, включая головные, они постепенно будут отходить. Попробуйте, это очень действенно, очень просто и очень дешево. Замечательно. Ну что ж, я не вижу больше вопросов в чате, друзья. Если у нас здесь на раз, два, три... В Zoom-чате есть желающие задать финальный вопрос, то милости просим. Ага. И у никого уже нет, замечательно. И здесь
И здесь уже, наверное, мы будем завершать, уважаемые друзья. Как раз достаточно уже много времени Светлана с нами, 1:15. И есть у нас у всех возможность до следующего четверга войти в чистые дни, войти в депривацию сна, попрактиковать и уже из практики прийти и задать в следующий четверг вопросы. Как вы на это смотрите, уважаемые друзья? Завершаем тогда. Спасибо огромное, Светлана. Спасибо огромное вам. Всех благодарю. Всем до четверга. Да, и мы тоже тебя благодарим. Всего доброго, хорошей недели. Пока-пока.